Почти 8 тысяч литров спирта, безо всяких документов и сертификатов. Такой нелегальный груз, причем хорошо замаскированный, инспекторы ГИБДД обнаружили в кузове КАМАЗа на трассе Городищенского района. Автоинспекторы остановили КАМАЗ для плановой проверки документов. Сначала они не нашли ничего подозрительного. В кузове лежали пустые ящики. Однако после детального обследования полицейские обнаружили в машине потайное место. Сотрудников ГАИ вызвал интерес в том, что автомашина была пригружена, что в результате чего был произведен осмотр перевозимого груза. Под ящиками была обнаружена металлическая вареная емкость размерами порядка 4 метров на 3 метра, в которой находилась жидкость. Грузовик был доставлен на пост ГИБДД, а затем в отдел внутренних дел Городищенского района. Спирт отправлен на экспертизу. По факту его незаконной перевозки проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.